պտի սենց մի փորձան կարավ Շերով դա, չէ։ Ու դիպա սեց լովիտ։ Ոստո պրոստիտ է։ Գավարի ու դիպա տելեֆոնի անտենը ես լովիտ սեց։ Դե նի սովսեմ։ А что значит не совсем? Ты не видишь, что я на аварии стоял? Что ты гонишь? Куда спешишь? Зазвецешь тоже там. Дурная ида хертиста, ты бацун вообще нервы с гнац артен аработ кшеров. Сесте апчану. Гархис вала тапер ара. Нервы сура. Сагаз дума. А что сидишь? Ставь на аварийку, выходи, поставь треугольник. Есть? Нет. Ну и что нам теперь делать? Не знаю. Я кнопочный телефон поставил на зарядку. Сейчас попробую звонить ГАИ. Ты успокойся, а? Да я спокойна. Сколько нам их ждать? Когда они приедут? Откуда мне знать? Ну, 2-3 часа, наверное. Ты не сты авто, садись в машину, а? А, не, меня это не надо снимать. Я не фотогеник. Вот тебе природу, вот. Сколько хочешь, снимай давай. Красиво? Конечно, красиво. Где ты еще увидишь такую красоту? Ну да, чем-то похоже на Грецию. Я поэтому и говорю. Раньше здесь приплевали древние греки. Кстати, меня Арсен зовут. Тебя как? Фати. Очень приятно, Фатиджан. Здесь же много греков. Ты думаешь, откуда они здесь? Вот, горы, море, все по ихнему. Это потом про эти места писали. Про Прометея слышала? Нет. Вот здесь есть гора, где он был цепями... Это, вон с нас. Ну ты скажи, цепями... Приковом? Приковом, был цепями приковом. Вот дрались прямо в этом месте. Приплевали корабли мечами, лопами, вот так, золотыми копьями. Прямо дрались в этом месте. Армяне, грузины, греки, все дрались. Геракла знаешь? Геракл тоже с ними. Никак не могли победить. А можно вопрос? Слушаю. А вы все армяне так любите преувеличивать?
Алло. Здравствуйте. У нас ДТП на Курганной. Как выезжаете? Шхафит, да, справа прямо возле таблицы. Что? Да, да, вот здесь мы стоим. Аветян Арсен Георгиевич. Георгиевич. Да. Родился 5.07.1900. А не надо? Хорошо. Только это, постарайтесь побыстрее, пожалуйста. Спасибо. 2-3 часа будут. Плюс-минус час. Я знаю, почему ты так говоришь. Ты же азербайджанка. А вы родились 5 июля? Да, а что? Ничего. Я просто тоже родилась в этот день. Первый раз вижу человека, который родился в этот день. А ты какого года рождения? 92-го. Фати, ты замужем? Нет, но была. А, уже успела развестись. Понятно. А ты думаешь, я какого года? Ну, плюс-минус моя ровесница. Если бы еще родились в один год, ты бы сказала об этом. Пожалуй. Удивительно. Что? Да все это. В мире такое происходит. А в Сочи в горах столкнулись с ДТП азербайджанка и армянин. Стоят и мирно болтают. Да. Вечно мы в горах сталкиваемся. А ты про Ромео и Джульетта слышала? Ну, слышала. Говорю, ведь они тоже чем-то похожи были на нас, нет? Ну, если мне не изменяет память, Ромео тебе в сыновья годится по возрасту. А ты знаешь, сколько было Джульетте? 16? Нет. 13. Ну, тогда я точно не подхожу на эту роль. Поищи более подходящий вариант. Я бы с удовольствием был бы в возрасте Ромео. Сколько ошибок бы избежал. Ну, для начала перестань так гонять по дорогам. Арсен! А? А можно твой телефон? Номер? Нет. Телефон, позвонить. А, в салоне, бери. В городе, где я родился, и вырос, там почти нет дороги. А где он? А, у меня. Но. Там практически нет асфальта. Да, откуда я родом, там примерно то же самое. Сложные горные дороги. Где это было, говоришь? Говорю, где было это? Это Лачин. Лачин? Да. Знаешь? А в какой школе ты училась? Я не училась, я там только родилась. А в каком году? В 91-м.
Знаю латин. И я там родился. Как? Вот так. Этого не может быть. Как не может быть? Я сейчас... Ты что, у нас как... родился? В смысле у вас родился, Азиджан? Ты издеваешься надо мной? Ты не понимаешь, история вообще ты знаешь или нет? Я тебе сейчас расскажу, ты запомни всю жизнь. Просто в 91-м ты родилась, в 92-м я. Просто в разных странах. Ты понимаешь? Это просто сейчас опять твой город. Я в Карабахе родился, что там непонятного? Скажи! Еще, ребенку отдавай во вторую или в третью школу. Первую не надо. Я там учился. Зазим салам. Бурад Ахмад бирвезет еранды. Белимен башка телефонума зэнк эдерем. Чунки менин телефонума зэнк чатмер. Тахладай лиштым ве газае душтым. Мен яхшим нарахат олма. Хайш эдерем. Задачи вар. Машин гайдасын дадыр садачи гыш... Цыгызы вар. Бурада едлидыр, хэрчир яхшидыр. Сэни севирим. Сахо, опрем сахо. Ты этих ребят знаешь? Да. Куда ты отходил? По нуждам. Фатима! Фати! А ты куда? По нуждам! Да, в туалет что? Хочу, не видишь, что ли? А что ты там найдешь? Магазин, гостиницу или еще что-нибудь? Я тебе говорю, там одно и то же все. Ты ничего отстань, не найдешь. Давай лучше вот... Отстань, вас слушать! Подожди! Я с тобой пойду. Я вот остался здесь. Есть хотя бы можно летом денег заработать. Но все-таки выделяешься. Не русский же. Хотя бы я выучил бы нормально разговаривать русский язык, это было бы другое дело. А сейчас еле-еле как бы объясняешь, что ты хочешь сказать. Да я понимаю тебя. Иммиграция — это всегда сложно. Хотя я рада, что я закончила. Хороший универ в Москве, у меня есть работа стабильная. Знаешь, но я не могу долго находиться на родине. Потому что это молодежь без стремления к развитию. От слова совсем. А ты сам где-то учился? Конечно. Я в Лачине в школе учился. Хорошо учился, кстати. А специальность у тебя какая? Я автомеханик.
Конечно, мы с братом поступили на журналистику в Ереване. Но вот так. То есть ты журналист? Нет, у меня не получилось. А брат остался там. Почему? Тут же лучше. Возможности другие. А зачем переехать сюда? Он хороший специалист. Пусть там работает. Но если он хороший специалист, можно приехать сюда и зарабатывать здесь хорошие деньги. Нет. Это ты вся такая современная. Оторвалась от корней и смотришь с высоты на всех, кто остался там на родине. Зачем ты так говоришь? А как я говорю? В чем моя современность? Слушай, куда ты меня завел? Позвони, может быть, они уже приехали. Как я говорю? Это же видно. Алло. ДТП на Курганной. Пока никто не приехал. Хорошо. Через час будут. Говорю, это видно, что сидят в теплых квартирах, но молчат, что на родине живут без копейки. Знаешь, почему там так бедно живут? Не знаю. Потому что мы налоги платим в чужой стране. Бизнес и строим в чужой стране. Нет, тебе же нравится, да? Тебе проще жить и любить свою родину издалека. Так безопаснее, наверное. А ты сам что-нибудь видел, кроме своего лачина? Да, я обрусела, оторвалась от корней. Ты это хочешь сказать? Нас выселили из лачина под обстрелами твоей армии. И в твоей первой школе могла бы учиться я. В тех же самых стенах. И знаешь, чему бы меня там учили? Ненавидеть тебя. Но ненависти учили тебя. Мне хватило той войны в 90-е. Я благодарю Бога, что из лачина нас выселили наши солдаты, а не твои. Иначе я так не стояла бы и не говорила с тобой. Современность мышления. У тебя хоть кто-нибудь был на той войне? Мой отец в артиллерии был в 92-м году. Да, он там погиб. Чтобы мы с братом дальше жили. И что пишет твой брат? Военный журналист. Про тебя пишет. Жалеешь, да, что именно со мной сегодня столкнулась на дороге? Я жалею, что вообще такое произошло. Никакой радости в этом городе. А так хотелось Ну вот, Дзяжджан, ты скажи, как можно все так близко принимать к сердцу? Да ни одно сердце не выдержит, а? Это, как это называется? Это оптимизм. Пессимизм. А вот я оптимист. Армянин должен быть оптимистом. А вот пессимизм,
у армянина это государственное преступление. Глаза выдают, Арсен. Они не соврут. Спасибо. Спасибо большое. Не приехали. Звони еще раз. Я мало чего помню с детства. Я была совсем маленькая. Там красиво. Там очень красиво. Там была одна улица. Армянское название было. Сейчас не знаю, как назовут. Она уходит в два холма. Ровные, симметричные. Как с картины. Там, помню, еще есть один дом трехэтажный, оранжевый, из туфа. Там жил дядь Акоп. Прямо перед его домом стояли солнечные часы. Настоящие солнечные часы. Все ребята на них камнями скребли свое имя. Там и мое имя есть. Увидишь. Что такое? Знакомая мелодия. Здесь дудук. Здесь дудук, здесь кларнет, дехол, знакомая мелодия. Да, я всегда думала, что она азербайджанская. Когда ты последний раз был в Лачине? 2 года назад, когда опять все это началось. Ты говоришь про глаза. Я видел последнюю войну, Фати. Мой отец видел первую. Что наши дети увидят? Оптимизм. Я бы с ума сошел, если бы не этот оптимизм. Там вся моя жизнь была. У меня отобрали мой город. Отобрали мое детство. Твой муж отобрал у меня. Где он погиб? Лачином. Где именно тебя лучше знать? Командир, поможешь толкать машину?